вреде курения. О вреде курения и о недавнем принятом законе в Госдуме. Скажу честно, являюсь очень малокурящим человеком, крайне малокурящим. То есть это буквально несколько штучек вечерочком. Поэтому, по большому счету, я, честно говоря, не испытываю какого-либо дискомфорта в том, что в общественных нельзя местах, и этих общественных мест большое количество, да, список этот расширен. Знаю, что табачные изделия подорожали. Все-таки, наверное, в этом есть какой-то и коммерческий интерес так называемых лоббистов в Госдуме, которые никогда никуда не уходят. Они всегда там пребывают, защищая те или иные интересы каких-то финансовых групп, да, и компаний. Так что были бы лоббисты, например, которые рьяно будут бороться с наркоманией и алкоголизмом, вот тогда бы я обеими руками за таких лоббистов. А, знаете, табак дело последнее, на мой взгляд.